я, Анастасия Алексеева, разыгрывающая гандбольного клуба «Звезда». В этот праздничный день я хочу вспомнить о том, кто всегда был и будет для меня примером. Мой прадедушка Михаил Иванович Алексеев. Служил во Втором Белорусском фронте. Мой прадедушка был награжден 2 орденами славы и 2 орденами Красной Звезды. Его имя носит школа, в которой он работал после войны. Я хочу быть достойной его памяти и памяти тех, кто внес свой вклад в великую победу.